Chris Redfield. There are only three steps. Resident Evil. Что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и это начало моего нового прохождения игры по названию Resident Evil, режиссерская версия, Director's Cut. Таким образом мы начинаем проходить эту игру, теперь уже компанию не за Джилл Валентайн, а за другого персонажа в этой игре, Криса Редфилда. Вот так вот проходим, будем проходить эту кампанию, также на сам максимальном уровне сложности измененные, точнее, вот. Так, новая игра загружаем. Вот как раз третий уровень сложности, который называется измененная, точнее. Это средняя тренировка и стандартная каба, ну, легкая, наверное. Хотя не знаю, возможно, там по-другому как-то называется. Я уж точно это не знаю. Ну, в общем, проходим сам максимальным на харде измененные в этой режиссерской версии. Компания за Криса Редфилда. В общем, начинаем проходить. Resident Evil. Как и обещал, начинается у нас компания вторая. Первую компанию зажил я уже записал таким образом полностью. Плюс еще даже записал оставшиеся там три концовки. Точнее, даже не три концовки, а все четыре концовки записал. Первую хорошую. Само прохождение увидите. А остальные три. Две нормальных, средних и одну плохую. В отдельном видео, которое я потом через день выложу после финала прохождения игры Resident Evil 1 компании за Джилл. И теперь мы переходим к компании за Криса Редфилда, второго персонажа этой игры. За Джилл мы уже играли, теперь нас ожидается, в общем-то, вторая компания. В общем, сейчас пока смотрим ролик небольшой, а я пока помолчу. Подразделение «Альфа» вылетело в лесную зону, расположенную на северо-западе Ракун-Сити. Мы искали вертолет наших коллег из подразделения «Браво», который исчез в ходе операции. Крис, ты нашел их? Пока не нашел. Некоторое время назад в Ракун-Сити начали происходить странные убийства. В сообщениях говорится, что жители подверглись нападению группы из примерно 10 человек. Жертвы, по всей видимости, были съедены. Подразделение «Браво» отправилось на поиски банды и не вернулось. Крис, смотри! Это был вертолет подразделения «Браво». Он был пуст. Но что странно, почти все оборудование осталось на месте. Вскоре стало понятно, почему. Эй, идите сюда! Куда?
Джилл, беги к тому дому! Осталось только три бойца отряда Старс. Капитан Вескер, Джилл и я. Мы не знаем, куда исчез Барри. Крис Редфилд. Джилл Валентайн. Барри Бертон. Rebecca Chambers, Albert Wesker, Resident Evil. Они сбежали в дом, думаешь, а там они будут в безопасности. Но они ошиблись. Может продолжить? Что произошло? Барри! Где Барри? Мне жаль, но кажется, он... Нет! Что это? Я пойду проверю. Хорошо. Мы, Джилл, подождем тебя здесь. Крис? Будь осторожен. Ну, в общем-то, начинается сразу же игра Resident Evil 1. Здесь, конечно, поменьше будет роликов, чем был компания Заджил. Много дней короче, точнее, получились. Что ж, у нас, в общем-то, всего лишь один ножичек и аптечка. Пистолета по оружию нет. Таким самым компания за Крис, она посложнее будет, чем Заджил. При этом еще у нас имеется всего 6 штук, точнее, всего 6 слотов инвентаря. В отличие от Джилл, у нас было там 8 целых даже. Вот так вот. Придется, конечно, побольше побегать, наверное, в этой игре, в этой компании. Таким образом. Так, и здесь при этом нету крови. В компании за Джилл была здесь кровь, в общем-то. Но здесь ее следа крови нету даже. Почему-то когда пропал, что ли. Так, ну, нож, конечно, взять можно. Так-то. Но, не знаю, навоюем мы им, конечно, не так прям много. Зомби здесь все-таки опасны на этом. Уровень сложности на измененные-то. Ладно, пошли. Что ли? Вперед. Не будем тратить время пустую. Теперь я буду записывать, в общем-то, 4 серии в день. Так, ну пока закрыто, нам пока сюда не стоит идти. Нужно идти до... пока что сюда. Смотрим снова ролик небольшой. Да, зомби, конечно. Ой, ну кусачи. Ну, может... Так, может, не знаю, стоит ли с ним сражаться. Сейчас вот один раз попытался, конечно, попасть ножиком по этому зомби, но... Черт, это слишком опасно, рискованно. Потому что у нас мог легко, в общем-то, откусить голову. В общем, убить. Не знаю, попробовать, конечно, можно. Он там отходит за сраницу. Я даже рисковать не хочу. Где он вообще ходит-то? Где он ходит-то? Ага. Вот только тебя не хватало. Ох ты! Ну да, конечно. Ножичком с ним не повоюешь. Он в раз уже куснул. О, сколько здоровья от него. Уже. Хотя что-то слабовато. Я что, правда, я все-таки не знаю, измененный все-таки выбрал-то. По-моему, измененный выбирал-то. Ну, на записи будет все видно, когда мы какой уровень сложности я убирал, так не. Думаю, ничего. А что-то немножко странновато показалось, что он два раза куснул нашего лангера, но что-то он не умер.
Уэскер! Джилл! Что случилось с Джилл и Уэскером? Ну да, вот они оба пропали, при этом пистолет Джилл валяется на полу. Ну да, так и есть. Тогда берем его, пригодится. Пока у нас там... А, 15 штук патронов-то есть, слава богу. Да, смотришь, как каждый с ним повоюешь все-таки. С этими зомбаками. Ладно, пошли разберемся с ним. В общем-то, в этот раз точно у нас оружие есть, слава богу. Ну да, все-таки пропали, типа сам у нас жил с Уэскером. Из компании зажил. Пропал что как Крис вначале. Потом Уэскер пропал. Вечел Берри, в общем-то, им остались. То здесь Крис в одиночке оказался. Вот этот раз. И, кажется, только напарницу новую. Ну, которая будет в этой игре вместо Берри. А, вот он. Он не скоро найдет. Так, давай, давай. Ну ты, посмотрим, да, то нет, еще живой. Так, не промазал. Хотя, может, еще ножиком пробовать. Ой, я... Так, ну готов ты, что ли? Наконец-то же готов. Все, разобрались с этим зомби, слава богу. Да, пока к дверь не получится. У нас этого отмычки нету. Так, это у нас тоже закрыто, ключи пока у нас нету тоже. Можно сказать, ключи будет. Компания Крис, по-моему, там множество дверей будет закрыто, если не ошибаюсь. Хотя компания Крис давно бы не проходила даже с русской версии, конечно, я не помню, что проходил ее, нет. Так что, возможно, даже я не знаю. Так, патроны этого берем. Квинната. Хотя не знаю, может они вообще не будут их здесь патронов. Так, ладно, Кент. Помните, тебе должен патроны быть. Ну да, как обычно. Это он никуда не делся. По-моему, две обоймы всего должно быть. Ладно, берем, а пока пригодится нам. По-моему, в этой игре, в этой компании у этого Криса не будет базуки. Вместо базуки, по-моему, будет другое оружие. Так что... Да, голову откусили. Бедный Кент. Так, ну и зомби, конечно. Бедный. Так. Пошли туда. Родителям делать больше нечего. Нужно каждому обследуем компоседок. Так, и в компании зажил, в общем-то, восточная часть особняка. Так, сохранится. Хотя, по-моему, даже по сохранке. Или нет? На месте. Ну да, сохранки на месте. В компании зажил. Так, ладно. Ну да, конечно, инвентаря у нас мало, конечно, места. Стало меньше. Так, хотя, по-моему, собачка в этом случае сна нападет у нас. Если не ошибаюсь, если дверь пытаться открыть. Ладно, воспользуемся аптечкой. Попробуем-ка открыть дверь. Или нет нападет. А если повторно пытаться открыть? Снаружи слишком опасно. Ну да, нет, все так же будет. Я думал, он нападет. Повторно, когда пытаюсь открыть-то. Закрыто все пока что. Что не помню вообще компанию за Криса. Зажил, конечно, не помнил. Что не так прям давно проходил ее, то здесь, конечно, немножко все по-другому выглядит, как было в компании зажил. Так, что у нас там есть наверху-то? Давай. Поближе. Так, поднимем-ка ее. Вон там карта, да? Есть первого этажа. Понятно, берем ее. Посмотрим к карту. Так, ладно. Ох, придется, конечно, помочь зря, думаю, компания загрызет. Все посложнее будет. Вот зомбак отдыхает. Ой, ладно. Так, он еще живой, это Яна. Можешь пробовать ножиком. Чё?
Ну что там? Он что, готов? Или притворяется вообще? Не пойму. Я что-то немножко не могу достать никак. Странно немножко выглядит. Ладно, пробуем дойти так. Так, что-то правда, он, кажется, готов уже. Наверное, уже был. Ладно. Так, Марик тоже готов. В этот раз он что-то его быстро завалили. Я думал, он еще станет. Так, помните, значит, что-то есть. А, еще сохранялка берем, пригодится. В любом случае, так, ладно, идем дальше. Здесь больше, не помню, ничего нету. Да, зомбари что-то в этот раз как-то быстро с ними разобрались. Так, здесь тоже, по-моему, закрыто. Да, изображение меч. Ключа пока нас-то нету. А вот так вот. По-моему, как раз здесь была дверь закрыта, и в компании зажил, но там вот жил была отмычка. Там Барри, по-моему, дал отмычку. А вот раз у Криса отмычки нету, нужен ключик, чтобы открыть эти двери. Вот так вот. Хотя, по-моему, может, и нет. И компания зажил, компания-то. Компания зажил, дверь, по-моему, может, была так от... и так открыта. Я точно забыл же. Ну, типа, сам дверь закрыта сейчас вот. Крис придется наверх разбираться. Снизу ему не получится попасть. Придется вот сверху себя обследовать, начинать. Так, пробую-ка я сначала здесь схожу, сходить. С этой стороны. Мы все-таки начали с этой стороны обследовать. Особняк в компании Закрес, как и заджил. Пробую-ка я сейчас этот сюда сходить. А, заборились. Патрон мне там хватит. Да, Марик, они сразу дохнут. Так, он еще не готов, явно. Так, пробовать ножичком. Вот, сволочь окружает. О, отлично. Критический урон сработал. Так, что не двигаться-то? Так, а тот готов уже бери, нет, не пойму. Но это точно готов, у него кошка стрелилась. Так, погоди, патронов там хватит, 5 патронов, должно хватить, думаю. Этот тоже готов. Да, вот раз сразу на обоих сработал критический урон пистолета. Так, их же разбили. Так, это не знаю, там жив или нет тот третий-то. Так, не пойму. Ну, посмотрим. Станет так, станет. Разберемся с ним второй раз. С ним разберемся. Пока что идем дальше. Думаю, зачистим эту территорию пока что. Зомби. О, это тоже готов. Там, по-моему, кислотные зомби-то. Да. Ах ты, котина. Так, он еще, по-моему, живой. Надо бы с ним разобраться по-быстрому. Тихо. Только не бросить кислотой меня. Такая мерзость. Так, все, пока что он готов. Да-да-да. Так, он готов. 4 патрона осталось. Ёпста. Весело, ничего не скажешь. Возможно, конечно, я не туда пошел. Так, давай, зомби. Ты где там? Так, побежали. Пока тян живой еще, но... Так, что надеюсь? Закрыто. Так, там у нас, по-моему, пароль, но пароль не помню, получить пытаемся. Вот, точнее, в этом случае-то. Так, не то зря нажал. Да, черт, я, блин. Не то нажимаю. Так, там зомби еще стал, оказывается, да? Вот, скотина. Ладно. Спускаемся вниз. А, там еще собачки появятся, да, что еще? Упрыгнут. По-моему, в этом сейчас моменте мы сейчас скоро встретим. А, собачка упрыгнула, у меня, конечно, патронов нет вообще. Это сейчас будет очень весело, ничего не скажу. Ой! О! Что это? Что это? О, нет! Извини, я не хотела! Ха, ты, наверное, из команды Браво. Да, меня зовут Ребекка. Ребекка Чемберс. Я новобранец. Пришла в подразделение Браво лишь месяц назад. Извини, ради бога, с тобой все в порядке? Да.
Я Крис Редфилд из подразделения Альфа. Здесь есть кто-нибудь из подразделения Браво? Видишь ли, поскольку вертолет совершил вынужденную посадку, я просто побежала к этому дому. Но я... Понятно. Тебе больше ничего не оставалось делать. Так точно, сэр. Но что странно, я совсем недавно проводила профилактику вертолета, а в полете что-то оказалось неладно с двигателем. Это странно, поскольку полет был... Что-то не договорил, ну ладно. Так, по-моему, нужен патроны, наверное, у нас в сейв-руме это, по-моему. Так, где-то сохранение-то есть? Есть? Сохранка-то нет? Нету. Так, что у нас здесь еще есть? Витамины, сыворотка, нам пока не нужно. Так, мы сейчас взять патроны, там, наверное, есть ящики там. Должны быть, да, две обоймы. Так и есть. Отлично. Может, там, по-моему, ничего нету. Но пока нам нечего складывать. Так, потом надо скомбинировать пистолетом. Так, нож туда выкинем. Сейчас мы его выкинем туда, вообще ставим там. Пока нам не нужен. Нет, я с ним, конечно, играть и проходить игру, наверное, не буду. С экранки, думаю, тоже скинем. Так, пока у нас время нет. Пока есть, точнее, у нас пока есть время еще записать эту серию до конца. Еще 10 минут где-то. Так, ну... Кстати, таким образом мы новую напарницу Криса, точнее, напарницу просто Криса, если у компании зажил напарник у него был Берри, то в этом случае у нас Ребекка Чемберс будет напарницей Криса, помогать ему в некоторых моментах будет очень сильно. Так, ну ладно, идем. Так что же мне делать теперь? Если ты собираешься отправиться на поиски остальных, как насчет того, чтобы разрешить мне пойти с тобой? Так, ну можно, конечно, взять ее, тогда в этом случае нам потом поможет в одном моменте сюжетном. Надо, конечно, до него еще долго. А если оставить ее здесь, то она потом может нам помочь, каждый раз будет помогать нам излечиваться, точнее, наше здоровье восстанавливать будет тем самым, если ее оставить в этой комнате. Ну, даже не знаю, конечно, рискованно, конечно, брать ее с собой. Ну ладно, тогда, думаю, возьму-ка все-таки с собой ее. Хотя она так все равно не пойдет, как я помню. Останется в любом случае здесь, но это повлияет, это как раз выбор, это повлияет потом на кое-какой момент. Потом в игре. Хорошо, идем. Пригодится. Есть, сэр. Буду стараться изо всех сил. Мне нужно кое-что подготовить. Хочешь пойти вперед? Конечно. Ну просто возьму все-таки ее. Ну как бы здоровье восстановить неплохо, но у меня аптечки, думаю, спасут. Потратил пустой, конечно, патрон, ну ладно. Будет, конечно, поэкономнее будет. Живучки собачки. О, сейчас готово. Разобрались с собачкой, так. Ну ладно, пусть она там пока остается. Она вот тем самым потом пригодится в одном месте, в другой локации. Если, конечно, ее не взять с собой, то она там и не появится. Тогда придется самим разбираться кое с чем. А если взять, то... Ну, тем самым, конечно, можно было не взять, тогда она бы нам здоровье восстанавливала каждый раз. Но не знаю, полезно ли что в этом случае будет. Я так думаю, пройду. Без ее помощи. С аптечками надо. Ладно, не аптечек. Вот зараза, живой еще. Ой, трачу патрон пустой, конечно. -то. Нацелиться как-то неудобно. Что-то он катан. Вниз не. Так, вот еще. Что-то вниз как-то не очень. Не хочет поворачиваться вниз. Точнее, прохлеться. Бля, это пистолет. Так, вниз пока нам делать нечего. Вниз тоже. Пока что мы сходим-ка лучше. А другое тогда... Часть особняка. Вас очень счастье, пусть обследуем. Пока что. Так уж внизу собачки у нас там должны быть, но потом с ними разберемся. Так, где у нас еще зомби? По-моему, здесь зомби еще должен быть. А, он, видимо, все-таки со всеми разобрался. Сразу. Ну ладно, значит все нормально. Третий зомби был готов уже. Конечно, не видно было, что он прям уж готов. Так, ладно, идем дальше. Следом какая-то у вас восточная часть особняка. Входим часть сюда. Там, по-моему, у нас это должен быть. Ключ, по-моему, какой-то лежать. И плюс, конечно, еще зомбак один. Бывший член отряда Браво. Так, берем ключ, пригодится для открытия этих вот ящиков всяких. Там патроны могут быть лежать. Не знаю, по-моему, здесь по звуке точно не будет лежать. Это уж точно.
Базуки вообще не, по-моему, оружие, никак оружия не будет в этой игре. В этой игре, по-моему, вместо базуки другое оружие будет. О, патроны к пистолету. Лежат. Берем-ка. Пригодятся. В любом случае. Так, готовимся к жуткому моменту. Ну да, стал зомби. Форест бывший. Ой-ой-ой, чё-то. Смотри, как быстро ходит, а. Вот и все, готов. Успели его добить, слава богу. Перед тем, как он нас куснул. Так, берем ваш ключ, пригодится. Так, что там ключик у нас от чего-то? По-моему, меча, что ли? А, доспех. Лады, да. Лады. Ключ. Доспех, точнее, называется, не лады. Ну ладно, взяли его, тем самым ключ, патроны еще взяли. С этим форестом разобрались. Он уже зомби у нас. Очень больше шли на отряда Браво. Вот так вот. Ну что ж, идем дальше. Так. Так вот раз, конечно, нас никто не встретился при выходе из помещения-то. Если компания зажил, там встретился Берри. По-моему, даже дал патроны, но то в этом случае нас никто не встретился, то она не помог. Так, по-моему, здесь собаки еще есть, да? Так, сюда еще можно сходить. Распользовали ключи этих доспех. Компания зажил, там, по-моему, у нас был этот Ричард, что ли. Да, да, точно. Ричард лежал. Так, берем аптечки, пригодятся. Чё-то думаю, что ты скомбинируешь, чтобы лишнее место в инвентаре было все-таки. На всякий случай. Здесь, конечно, тогда мало очень места в инвентаре этого Криса. Усложняет игру, приходится постоянно бегать. Не то, что зажил, конечно, там все-таки не было 8, это что этих слотов-то, а здесь всего лишь 6. Плюс еще ключики, вместо отмычки для открытия ящиков имеется. Который тоже занимает лишнее место, что, конечно, это тоже из-за них приходится постоянно тоже бегать. Ну ладно, что же теперь делать? Приходится так проходить игру. Так, идем. А, Ричард уже мертв, по-моему, да? Ну да. Ричард из группы Браво. Уже мертв. Вот так вот. В этот раз он уже мертв. Хотя, возможно, если бы, конечно, мы не пошли туда, Джейка. Ох ты. Да. Чё ты промазал? Он чужевой. Давай, патроны пусть утрачу. Так, у меня что, все готов? Наконец-то готов. Че, патроны пусть потратил? Так, ладно, с этими зомби разобрались. Так-то, сходим-ка сюда, посмотрим, что у нас здесь. Ну, в общем, так, что можно бы Ребекку было встретить в другом месте, где вот Ричард. С раненым его пока что. По-моему, если мы не пошли бы в комнату. Хотя, не помню точно. Либо это какой-то обычной версии, там, Ребекку мы встречаем. Где вот Ричард валяется. Где он там еще живой. Хотя точно не помню, хоть какой-то версии именно. Обычно или режиссерской можно встретить в этом месте. Так, ну пока что-то соваться не стоит, там у нас нет этой зажигалки. Где у нас есть уже зажигалка. А, хотя нет, нету. Пока еще нету. Так, ладно. Пока у нас зажигалки-то нету. Точно сканялка даже вот нету в этом месте-то. Нету, хотя не были, компания зажил, здесь что-то. Нам усложнили игру все-таки. Изрядно. Придется помучиться, чтобы пройти до конца. Ну, так даже интереснее. Так, патронов меньше всего стало. Отмычки нету. Сохран тоже поменьше, сейчас. Так, может пока вверх нам подойти не стоит, там у нас помог. Закрыта дверь. Ключ нужен. Ну да. С выражением щита. Кому даже не нашли этот ключ. Так что выходим отсюда. При этом Ричард мертв уже. Хотя, возможно, правда, может, если можно было эту Ребекку встретить с еще живым этим. С еще живым Ричардом, если мы не пошли бы в другую сторону особняка. А к тому Сейвруму-то. Возможно, встретили бы. Даже не знаю точно. Так, идем дальше. Опс, а откуда ты спился-то? Тебя же здесь не было. Вот это сюрприз. Там, по-моему, еще зомбаки где-то есть. Нет, это... Так, блин, патрон, конечно, тратить это... Надо все-таки экономить.
Сапатров, да еще немало. Так, он... Нет, он живой еще. Готов. Так, там собаки у нас есть? Да, есть. Так, рукостреле, давай. Бошкума, красавчик. Так, там у нас тоже зомбарь, но потом с ним разберемся, используем как ключ на этой двери. Так, у нас тоже гломка небольшая будет, которую мы уже разгадывали в компании Заджил. Так, пора сохраниться, конечно, еще вот. Ладно, быстренько сейчас разгадаем. Серия первая будет небольшая, такая большая достаточно. Так, все, закрыли. Кнопочку пока не нажимаем. Так, надо сейчас сдвинуть бы это. Тихо, осторожно. Так, да, там как раз вот этот деревянный щит лежит. Как он в компании зажил, так же. Так, открываем. Нажимаем кнопочку. Так, по-моему, все нормально закрыли. Ну да. И берем, кажется, щит. Место в инвентаре у нас есть. Пока, слава богу. И... Заберем его спокойно. Так, отлично. Значит, конечно, найти бы где ключик использовать этот маленький. Для открытия какого ящика. Пока что я даже не помню, где тут еще ящики у нас были-то. Особняки-то, маленькие такие. Так, зомби. Давай, ну. Поближе, поближе, ну. Да, по-моему, два должно быть. Ну, еще живой, живой. Скажи, неудобно. Целиться вниз. Все, кажется, готов. Да, готов. Так, здесь больше никого нет пока что. Закрыто изнутри. Понятно, так, идем сюда. По-моему, дверь у нас точно откроется. Я помню. Слава богу, здесь никаких этих, в общем-то, у нас нету зомбаков. Так, жалко, что патронов нету, ничего такого полезного. Но зато есть, конечно, книжечка, почитать можно ее. Ну, по-моему, я уже читал. В компании зажил. Травник о полезных травах, можно писать на паузе. Так что там все одно и то же написано, что и было в компании зажил. Читать не имеет смысла. Дом, да, это одно и то же там. Так что. От травы говорится. О красных, синих, зеленых, о их комбинировании там. О их свойствах. А, зомбак, привет. Готов. Быстренько мы. Так, патроны. Заряжаем. О, лишнее место освободилось. Быстро, что-то у него критический урон включился, стал включаться. Неплохо. Сразу так вот. Двух зомбаков и при этом хедшот сделали. Что-то я, конечно, такого мне, помню, в прошлый раз не было. Я, хотя не помню, уже компания закрылась, но вот зажил мне такого точно не было, чтобы часто включался критический урон на пистолете. И, в общем-то, ну, хедшоты сразу срабатывали. О, смотри-ка. О, нормально так, а. Чё-то у нас Крис, в общем-то, умелый такой боец. Сразу у нее все срабатывает. Так, птичку берем. Пригодится. Потом у нас три патрона пистолета. Ё, просто. Плохо. Дело-то. По-моему, как раз в этом на свое время находится вот это сломанное ружье, по-моему, если не ошибаюсь. Должно находиться. Ну да, так, я сейчас мы скоро дробовик наконец-то возьмем. А, место мне точно надо освободить. Ладно, сейчас освободим, думаю. Сейчас мы, думаю, сначала сохранимся все-таки. Закончим там первую серию моего прохождения, пилотную серию моего прохождения игры Resident Evil 1. Компания закорится, так. Так, траву хотя можно одну оставить. Смесь пока убрать. Да, ключи пока оставляем. Так, берем пока сохранку. В общем, сохранимся. Этим заканчиваем первую серию. Увидимся во второй. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи. Всем пока. Увидимся в новых сериях. Так, нет, не так. Mm-mm.